Здесь был рабочий стол, раковина стояла, полочки висели, варочная панель, дальше шел холодильник и заканчивалась кухня. Обстановку в комнатах Наталья помнит досконально. Дизайн придумывала сама. Ремонт тоже делала своими силами. Огонь, вспыхнувший в квартире 14 марта, уничтожил все. Окурок попал в окно, загорелся балкон, потом сгорела вся комната. Пожарные приехали, оперативно все потушили, но слишком много было копоти. Почти все вещи пришлось выбросить. Пожар в многоэтажке было видно со всех концов города. То, что никто не пострадал – чудо. Из высотки эвакуировали 230 человек. Натальи и детей в момент возгорания дома не было, так что дверь пришлось выломать. Потушили огонь меньше, чем за час. Уже тогда стало ясно – ущерб нанесен большой. От комнаты горел потолок, он полностью сгорел. Естественно, закоптились все обои, весь стол, вся кухонная мебель. То есть ее уже, в принципе, не было, ну, невозможно было отмыть. Сейчас о том, что здесь произошло, напоминают лишь оплавившиеся окна и входная дверь. В квартире полным ходом идет ремонт. Мастер Любовь Перепечина штукатурит стены. Говорит, восстанавливает квартиру после пожара впервые. За 20 лет работы такого не видела ни разу. Когда пришли сюда, увидели, конечно, было страшно. И звук. С чего начинать? Как это справиться с этим бедой? Глаза боятся, руки делают. Ремонт здесь делают профессионалы. Уже полторы недели трудится бригада штукатуров, слесари, сантехники и электрик. Все расходы управляющая компания взяла на себя. Деньги выделили, необходимые стройматериалы закупили. На данный момент штукатурим, шпаклюем. После этого, соответственно, полы, обои, потолки. Электрика уже проведена. Осталось только установочная работа, которая производится после поклейки обоев. Полы будут сухие, засыпные. Специалисты говорят, ремонт завершится уже через 2 недели. Наталья с семьей смогут вернуться домой и начать заново обустраивать свою квартиру. Дуня Елизарова, Ксения Казакова, Сергей Сомов для РТВ.